Организация аховы здоровья Гомельской области зараз мают как минимум месячный запас антисептика у сродков индивидуальной обороны у всех видов. Так, например, объем дезинфицирующих ваткостей 372 тысячи литров. Про это интервью нашему корреспонденту Ганне Каральчук поведомил наместник начальника Головного управления аховы здоровья Гомельского облвыконкама Михаил Грыдюшка. Подробности у наступном материале. Незнижальный запас для каждой установы различивается у залежности от колькости медперсоналу и потоку пациентов, что позволяет вызначать прикладный штодзённый расход. Этот показчик находится на постоянном контроле областных уладов. По состоянию на 14 мая 2020 года учреждение здравоохранения области обеспечения медицинских работников составляет порядка 68 тысяч защитных костюмов противоэпидемических, порядка 430 тысяч масок медицинских одноразового использования, 77 тысяч респираторов, около 2 миллионов перчаток. Работа не прекращается ни на минуту. Постоянно идет пополнение средств индивидуальной защиты через унитарные предприятие «Гомельская медтехника» постоянно производится госзакупки средств индивидуальной защиты. Также средства индивидуальной защиты пополняются по линии Министерства здравоохранения Республики Беларусь, закупаемые за средства в качестве безвозмездной спонсорской помощи, а также гуманитарной помощи из Китая, Узбекистана, Польши и других стран. Гомельская фармация обеспечивает население средствами индивидуальной защиты, масками, повязками и антисептическими средствами. У гэты складанный перыяд многие предприемства смогли хутка переориентовать свою вытворчасть под потребы сферы аховы здоровья. Тому сегодня медицинские установы закупляют необходимое одразу у вытворцев. Запасы размерковываются по всех районах в области. Мы ежедневно получаем информацию от каждого лечебного учреждения Гомельской области по наличию, расходованию и потребности средств индивидуальной защиты. Мы это держим на постоянном контроле. Нет разницы, либо это будет областная больница, либо это будет туберкулезная больница, либо это будет Будо-Кошелевская ЦРБ или Кармянская ЦРБ. Средства защиты у них в достаточном количестве. Распоряджением Гомельского областного выконавчого комитета на набыццё сродков индивидуальной обороны для медицинских работников додатково выделено больше за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Безпека медперсонала – заклад эффективной допомоги пациентам и поспяховой працы галины. При этом управление аховы здоровья звертается с просьбой не замолчивать возникающие проблемы, а сразу поведомлять про их. Если кто-то обладает достоверной информацией, что в тех или иных учреждениях здравоохранения не хватает, в том числе и средств индивидуальной защиты, просьба обращаться к нам напрямую в управление здравоохранения. Ганна Каральчук, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія Гомель.